Сын. Сын. Он букет доброту. Шляп сними. Шляп сними. Где там? Высоко-высоко в горах. Где воздух чист, как слеза младенца. А реки быстрые, как мысль моя. Жил-был один джигит. Он баранов пас, пастухом был. Чабан по-нашему. В один день, когда он пас баранов, а он пас баранов, прозвенел телефон. Nokia. Бараны повернулись на него, перестали кушать травку. Он им говорит, спокойно, это меня. Так выпьем же. За то, чтобы никакие бараны не помешали нам сегодня общаться. Так о чем я? А, шашлык, машлык. Какой красивый тост. Я только ради него такой замуж вышла. Спасибо. Добро пожаловать, гости дорогие. Кушайте, что хотите. Мясо, шашлык, машлык, вино. Где вино? Вот вино. Зелень-мелин. Дочку замуж берите. Берите, что хотите. Папа, зачем? Кому попало у меня замуж брать? Диву замуж просто так не беру. Кого попало, не беру. Сына, а ты что стоишь, смотришь на приглашаемых гостей? Как барана новые ножи. Приглашай их скорее к столу. Проходите, проходите, проходите. К столу, пожалуйста, уже накрыто. Wi-Fi подключим, телефон зарядка врубим. Воткнем. Я сам кого хочу врублю. Эй, сын, угомонись. Вы же не на ученом совете. Все знают. Кавказ отличается своей гостеприимственностью. И каждый, кто приходит в гости в кавказскую семью, не может не станцевать лезгинку. Я здесь остаюсь. Ну вот, теперь можно приглашать всех за стол. А я пока пойду мясо на шампур воткну. Я сам воткну, папа. Ты что, сына, ты что? Ты посмотри, какие жилы. Жилы, жилы, нету жилы, а? Доча, приглашай уважаемых гостей в столу. Я мамина отец, цыпочка растет. Ну вот, настал тот момент, когда все дорогие люди вместе. Музыку. Высоко-высоко в горах стояли два университета. И были у них разные дороги и направления подготовки. Но не хватало им семейного тепла и благополучия. Может быть, что-то другое написано было, не помню. И вот однажды, в один прекрасный солнечный день, как примерно сегодня, в небо взлетела красивая и гордая птица. И никогда не опускалась вниз. Она всегда смотрела вверх и вверх. Летела только вверх и снова вверх.
нашей истории. Только все отлично. Университеты, подняв голову вверх, глядя на эти прекрасные птицы, шли, не замечая друг друга, но по тексту написано было, что ощущая друг друга. Оказались вместе. Вместе они оказались. Оказались вместе. На горе. Поднимем же наши бокалы, чтоб наша семья всегда смотрела вдаль и видела только высоты и победы. И никогда не опускала голову, как та самая птица. За индустриальную семью! За индустриальную семью! Всем спасибо!